Star Wars Jedi Fallen Order. Прикольно. Я уже успел немного ознакомиться с этой игрой. Она достаточно сложная. Могу сразу сказать. Вот. Возможно, я буду тупить в некоторых местах. Выберу-ка я режим истории. Чувствую, мне только это и подходит сейчас. Отлично. Надеюсь, меня хорошо слышно. Надеюсь. Надеюсь, и игру тоже слышно хорошо. Не хочу тебя прерывать, Кел, но нас ждет босс. Кажись, нам свезло. Вот и он же. На линии для себя есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кел. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Сюда. Уже иду. Ну, поехали. Так, нам нужно добраться до того места, где нам нужно произвести какие-то ремонтные работы. Какой-то обрыв проводов, если я правильно понял. Извини, Кэл! Не волнуйся! Ух, опасные ребята. Эти инструменты не доживут и до конца смены. Наверху! Поехали. Только взгляни, корабль сепаратистов. Давно не видал барышников. Да, давно. Разберем и получим деньги. Ну, вперед. Сейчас джойстик просто с ума сходит. Его очень сильно трясет. Осторожно! Какого? Эй, ребята, эй, вы что, технику безопасности вообще не уважаете? Я в порядке. Ну, вы вообще... Но так. Лестнице конец. Окей, все, поехали. Ничего, я находчивый. Покинь эту базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Че, сам ты мусор? Нелегальный? Как тебя удалить? Ну, мусор же. Ладно, потом вернусь, с тобой поговорим, обсудим это. Тяк. Ах! Отлично. Я молодец. Так. Блин, я уже не помню, здесь надо как-то цепляться. О, вот как. Все, понял. Теперь будет полегче. Шагу!
Полегче! Просто прохожу мимо! Извините, извините. Потрясающе. Какой-то ассасин прям, ваш парень. Быстрее. Чуть-чуть и закончим раньше срока. Я уже чувствую вкус кредита. Залазь быстрее. Рискуешь, Кэл. Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не убейся. Не собирался. Ух, падать будет неприятно. Надеюсь. Так, а здесь куда? Куда же мне здесь идти? А, наверное, в эту дырочку. Похоже на крыс со свалки. Вообще себя не слышу. Просто иду мимо, ребята. Не выходите и не приветствуйте. Захватом. Звучит неплохо, скоро буду. Умный такой, главное, сам. Сам нормально залез куда надо. А мы не успели, так. Спрямимся. Блин, я вообще в шоке, как в этих фильмах «Звездных войнах» вообще хоть что-то работает. Смотри, просто корабль разваливается просто потому, что кто-то... Как ты здесь оказался? А ты как здесь оказалась? А? А? Как ты здесь оказалась? Хорошо, понял. Веревка. Дивайся. Красавчик. Ну все, лезем. О, сейчас опять будем скользить. Смотри, корабельный резак. Вот это да. Эй, нам нужно идти. Какие-то роботы выходят. Интересно. О, я в шоке. Рычаг, братишка. Ничего не понимаю. А, вот этот. Понял. Готово. Теперь ты. Секунду. Так, заход зафиксирован. О. Ты как там? Я здесь. О, напугал ты меня, парень. Есть. Погоди, сейчас сделаю. Готово. Все, давай сюда. Можно... Наверх. Только посмотри. Истребитель джедаев. Просто клад. Настоящее сокровище. Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи. Просто ужас. А я всегда говорил, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да, разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а. Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод.
Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Ошибающе, пора что бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Нет. Это что? Ты живой? Кэл! Не могу забраться! Роу! Держись! Я соскальзываю! Нет! Не отпускай! Не удержаться! Роу! Нет, не падай! Нет! Ой! Кэл! Не могу забраться! Еще раз! Роу! Я соскальзываю! Не удержаться! Роу! Нет, не помню. Роу! Роу, ты цел? Не понял. Я в норме, только прижал. Пилота нет. Я вытащу нас отсюда, держись! Осторожно, Кэл! Это штука едва летит. Держись! Браво! Ты цел? Да. Так, надо уходить. Давай. Да. Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я же видел, я же своими глазами слышал, видел. Брау, за тебя же наказывал. Я знаю, можно. Я знаю. Так, что ж, будем осторожней. Да. Милота. Московское метро. Час пик. Какие-то ну приезжие. Как в норме. А ты? Тоже, да. Кэл, мы давно работаем вместе. И я впервые вижу что-то подобное. Мы с тобой такое пережили. Я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу. Не забудь. Я серьезно. О, за это не переживай. Но здесь небезопасно. Может, ты того сбежишь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Пепперс поможет мне. Он вроде как... На Наршат, да? Да. Мы теперь не скоро увидимся, Брав. Да. Ну ладно. Ладно, Кэл. Происходит.
Брав, подожди! О, где все? Что-то здесь нечисто. Куда ты идешь? Рауф предатель. Интересно. Ты еще интереснее. Эх, да, да, два, подожди. Верь только в силу. Неплохо. Если поезд я встал. Если я не ошибся, то мы джедаи. Что-то здесь не так. В какое-то время. Шеф-5. И он проверка личности. Рулится, скрывается где-то, чтобы его никто не нашел. Из имперских. Всем чуваков. Построиться. Может, очередная проверка на контрабанду. Его, точнее. Сейчас будет расстреливать, надеюсь. Это точно все? Да, вторая сестра. Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. Если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду, иначе всех вас ожидает смертная казнь. Наверное, мне стоит признаться. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны. Мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Но при Империи инженеры стали разборщиками. А рабочих просто поработили. Вот этот мы синим чувак вообще норм, я думаю. Мы все это знаем. Просто боимся сказать. Для Империи мы все лишь ресурс. Да, ты прав. Нет! Ну, тут она жесткая, конечно. Световой меч, неужели? А у тебя как будто такого нет. А вот и джедай. Что же это было? Ты чё, мне не видишь? Так серьезно? Стоять! Не с места! Как ты здесь оказался? Он упал, блин, со 100 метров. Конечно, полегче. Так не будет двигаться никуда. Тут посторонний. Эй, может, не будешь докладывать? Ладно. Джедай! Извини, парень, ты задавал слишком много вопросов. Слышал, что передали по связи. Джедай? Опасно. Мимо. Это предатель. Вот.
Я доберусь до тебя. Можно я тебя тоже убью? Огнюхонька! Спасибо. Объект здесь. Огонь на поражение. Ну, давай. Опа. И ты давай. Давай, давай, стреляй, стреляй. Опа. Красавчики, ребята. Прикольные такие штуки остаются, как будто он разрезал. В смысле, как будто он разрезал. Так. Отлично. Так, выход один. Здесь. И останавливаться. Давай, давай, зашагивай быстрее. Дождь уже идет прямо в душу. Так. Я решил отдохнуть. Так я готовлюсь. Так ты готовишься к смерти. Ждай! Перегруппировка! Хорошо, ты и я. Нет! Прости, брат, ты напросился сам. Ай. Так, мне нужно заблокировать от него удар. Поэтому... Отлично. Он, знаете, очень красиво даже, на самом деле. Пойти вперед, остановить поезд. С кем ты разговариваешь? О, нет! Нужно укрыться. Надо успеть между выстрелами. Сейчас. Быстрей!
Он здесь! Я тебе покажу! Давай. Вау. Они отстрелили 15. Я же жму, чтобы зацепиться. В чем дело? Осторожно. Надо вниз. Вниз? Тебе надо вниз. Нет, нет! Подберем тебя, когда сможем! Знакомая стойка. Похоже, ты прошел подготовку.
кто твой учитель, Падаван? Вдруг я его убил? Кто пожертвовал собой, чтобы ты выжил? Уничтожу. Красные атаки. Так у меня все красное. Ладно. От следующего удара не уйдешь. Ты не лучше других. Быстрее, чем я думаю. Не испытывай мое терпение. Это слишком просто. Ясно. А давай буду просто бегать от тебя подальше. И я чую твой страх. Смотри, когда-то ты устанешь. Ты уснешь. Ты мой. Называется борьба на истощение. Ладно, ладно. Давай по-мужски. О, я смог ее ударить еще раз. Твоя смерть все ближе. Быстрее, чем я думала. Что я должен здесь сделать? Такого я не ожидала. Ладно. От следующего удара не уйдешь. Да что ты. Спасибо за помощь. Кто вы такие? Я вас не звал. Я Цере Джанда. Это мой капитан, Грис Дритус. Как дела? Да, Богомол мой корабль, но заправляет тут всем эта леди. Ну? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто это там был? Имперский инквизитор. С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо.
Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но да. Есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден Джедаев. Ага. Вдвоем? А кто еще? О, мы тебе не подходим. Совет Джедаев? Их нет. О. То есть у вас только я. Капитан, берем курс на Богана. Так точно. А пока что пойди отдохни. Иди, не бойся. Пока. Да она нам угрожает, походу. Неплохо, неплохо, мне нравится. У тебя еще будет другая жизнь. Найди свой путь. Кал, осторожно! Ты разговаривал во сне. Чудь. Прям как, знаете, как в Mass Effect. Ходишь такой, говорю, рефлексируешь. Давайте посмотрим, что тут можно поделать. Что это такое за фрукт? Непонятно. Какая-то микроволновка. Звездная. Понятно. Не могу туда забраться. Ладно, давайте будем двигаться по сюжетной. Песня. Это я. Сочинил ее. Это не ты. Коснувшись предмета, ты видишь его воспоминания. Его историю. Это отзвук силы от предмета. Немногие джедаи так могут. Откуда ты знаешь? Я была джедаем. Но это в прошлом. Мы знакомы? Нет. Я знала твоего учителя, Джара Топала. Настоящий защитник республики. Да, он герой. Кое-что произошло со мной во время истребления. Я выжил, но моя связь с силой нарушилась. При медитации я расслабляюсь и теряю контроль. Будто я снова там, и... Ты выжил, Кэл. И ты не один. Это в прошлом. Приближайся к месту назначения. Бога.
Один джедай нашел это место до истребления. Но на картах его нет. Империя не знает о его существовании? Нет. Ну? Каков план? Мы тут спрячемся? Хватит нам прятаться, Кал. Видишь сооружение? Полагаю, что в этом хранилище скрыт ключ к возрождению Ордена. Но лишь тот, в ком велика сила, пройдет испытание. И раз ты больше не джедай, тебе нужен я. Знаю, ты не веришь мне. А я не понимаю, можно ли верить тебе. Но у нас есть общий враг. И общее дело. Сообщу детали, когда идешь до хранилища. Ну, а сейчас иди познакомься кое с кем. Да пребудет с тобой сила. Спасибо большое. Ну что, погнали. Похоже, я ищу джедая. Но если здесь уже есть джедай, зачем же я-то? Тут безопасно медитировать. Нужно сосредоточиться. Здесь небезопасно медитировать. Вот что надо сделать. Угу. Прикольно. Техника удара сверху. Бетти один. Я Кэл. А, я в норме. Так, ищу кое-кого. Нет, не тебя. Мне нужен джедай, вроде как. Постой, ты знаешь, где джедай? Куда это ты? Эй, постой! Ты что, взломал ее? Спасибо. Что, взломал? Конечно, он взломал. Это же троид. Вот хранилище, о котором говорила Цере. Там тот, кого я должен найти. Ясненько. Нам нужно добраться аж вот сюда. Ясно, понятно. Есть идеи? Надо как-то преодолеть это пространство. По тросу? Ну, давай попробуем. Вау! Ты знал, что это сработает? Круто. В смысле нет?
Осторожнее там! Выглядит опасно. Тут прямо как на свалке. Ой, какие... Держите, Дэнди! Я иду! Какие злобные. Что это такое? Ты не знаешь, что это? Извините, я не хотел. Могу помочь. Что скажешь? Оп. Ладно. Ага. Так. Щуп слегка поврежден, но я поставлю тебя на ноги. Как это мило. Так. Вставай. Кстати, вот этот маленький робот очень похож на большого вот как. Перского шагохода. И я хранилище иду. Только меньше. Ну что ж, интересно. Сперва надо как-то отсюда выбраться. Беди, я здесь не пролезу. Не переживай, я выберусь отсюда. Тесно, но попробуем. Так. Эти лианы куда-то ведут. Надеюсь, выдержат. Уж надеемся, что выдержат тебя. Какой бестолковый персонаж. Или я крепкий. Да, я в норме. Это что, Стим? Ты полон сюрпризов. Мне лучше. Хороший дроид. Так, вторая попытка. Что ж, так, взбирайся. И как ты здесь очутился? Не помнишь? Мне не встречались забывчивые дроиды. Не поспоришь. Давай, беги один. Тот, кто здесь жил, обустроил внутри склад для еды и припасов. А его самого нет. Пойдем, беги один. Прикольно.
Не, пусть будет синий, мне нравится синий. Ящик. Надеюсь, джедаи не против поделиться снаряжением. Ты нашел что-нибудь в беде один? Конечно, я нашел новый эмиттер. Так. Нам наверх. Нам нужно вон туда. Я чувствую. Ты отметил все места, где мы были? Классно. Я не смогу туда добраться. Нужен другой путь. А, я думал... Я думал, что он зацепится. Где же нам найти другой путь? Понял. Да, здесь не забраться. Куда же ты? О, там что-то было. Вау. Хочешь сюда? Ну ладно, поехали. Сейчас будем бить его. Ладно, я гляну. Отлично. Что? Отлично. Фигаси.
Ай. Я так и не понял, что тут нужно. Время для стима! Силы я ее тоже не могу. Что я могу? Что мне нужно делать. Наверное, отдохнем. Или нет. Звук. Что происходит? Там что-то есть? О, да. Там определенно что-то есть. Это не просто учитель. Да, путь труден. Порой кажется, это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые преграды. У тебя все получится. Так, теперь двигайся ко мне. Соберись. Так себе. Хорошо, падаван. Еще. Да, учитель. Тут я кривой, конечно. Хорошо, еще раз. Как все запущено. Больше энергии. Теперь доберись до меня. Далековато. Я смог. Упорство и сила и правда помогают. Просто вспоминаю старые трюки. Бег по стене. Я Нео, я Искрен. Покажешь снова тот короткий путь? Mm-hmm.
Понял. Нужно ориентироваться. Надеюсь, я не кругами хожу. Эй! Так что там было? Кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого. Путешествие к хранилищу. Инструмент, использующийся путешественником, который хотел добраться до загадочного хранилища. Так. А как же нам добраться до хранилища? Выживание увеличен запас здоровья. Да, думаю, не повышает здоровье. Классно. Теперь буду здоровый. Я уже здесь был. Неплохо. На перегонки? О, держись. Это еще не конец. Ладно, ладно. Ты бы все равно выиграл. Наверное.
впечатляет. Что такое, Биди? Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Энна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба Ордена Джедаев в твоих руках. Это место, это... хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизации Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силы, видение конца. И я спрятал в храме джедайский голокрон с именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе. Впереди тебя ждет камера хранилища и еще одно испытание. Я могу доверить голокрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинство силы, как Зеффо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зеффо. Там ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай. Да, нужно на Зеф. Да пребудет с тобой сила. Спасибо. Она нам пригодится. Так это с тобой я должен был познакомиться. Прям в лужу сел. Красавчик. Знаешь, я очень долго... был один. Я жил без цели, прятался. Так жить нельзя. Ни джедаю, ни дроиду. Может, Цера права. Может, хватит прятаться. Эй, а хочешь, познакомлю... с моими друзьями. Я думаю, этот дроид мог раньше нам показать эту штуку, нам бы не пришлось сюда лезть полчаса. Думаю, я нашел, что ты хотела. Похоже, так и есть. Мы вас ждем. Опять они. Оно. Ух. Неплохо. Спасибо. Загадочный скелет. Мой друг, выходит, что Зеффы интересовались Датамиром.
что столь мирная раса была увлечена местом, где царит только тьма. Пойдем, беди один. Хорошо, а то я думал, что где-то еще какой-то ключ искать. Так, очков навыков нет. Хотя бы отдохнем. Обратный путь должен быть короче. Я надеюсь на это. Принял. Ладно. Да что ж такое? Давай, давай, ползи вперед, давай. Так, я понял, надо с обеих сторон. Что это за место? Здесь джедай изучал ту сферу, что наверху. Я чувствую его восторг. Да не уже. Конечно, все хорошо, как мы наверху вместе теперь.
Судя по виду, воняет это существо похлеще гриза. Жаль, что щуп-адаптер сломан. Но дать отпор тому богату? Ты храбрец. Пора идти, Бедядин. Давай поищем, может, что-нибудь. Необходимо починить щуп-адаптер. Иди. Просто проверяю, здесь ли ты. О нет, Пиди, где ты? Зачем? Зачем? Пойдем, Бедядин. Я просто очень рад. Ты прошел испытание. Так ты знала о беде один? Заходи, поговорим внутри. О, беде один, это Гриз. Привет. А это что? Думаю, на этом... А ну, брысь! Брат! Брат, с Невада! Фу, убирайся! Иди вон! Это беде один. Думаю, на этом уже можно наш завершать. Друг. Мне плевать, чей он друг. Да ты хоть знаешь, как трудно вывести масляные пятна с обвести из шерсти по Толли? Нет, что? Не знаю. О, и не говори мне, что он нашел всем только дрося. Успокойся, Гриз. Если вообще кто-то смотрел. Расскажи, Кэл. Всем, кто будет смотреть, хранилище подписывайтесь. Построила древняя цивилизация. Дальше буду проходить, записывать стримы. Ожидай, Эмма Кордова спрятал там что-то внутри. Так что? Ставьте лайки. Что он там спрятал? Буду очень рад. Галакрон из архива. Всем до встречи. В нем список детей, чувствительных к силе. Поколение джедаев, я так и знала! Ох, Кордова Дуралей! Ты знала его? Да, давным-давно я его ученица.
Кордова был одиночкой. Наверное, лишь этот дроид и я знаем об Огана. Минутку, погодите, погодите. Гола что? Голокрон. На нем информация, доступная лишь джедаям. Сейчас у меня завалялся один.